планированного митинга, то есть покинули его, и поднялись сюда. И так. Нужно вас, то есть... У вас какие-то доказательства имеются? Пройти с вами, да. То есть пройти вам с нами. Отрицать не буду. На акции я это и был. В качестве журналиста. Удостоверение могу предъявить. Еще какие вопросы? Вот, остальные, скажем так, меня там не было. Все, уходим. Вообще не понимаю. Ну что нам делать? Просто вас выйти. Кусочку оденьте, пожалуйста. Какой отдел полиции? Заходи, приходи. Подскажите, какой отдел полиции? Центральный. Неправильно, я все это показала, там меня вызвали 5 числа для объяснения. Уважаемый, я могу идти домой? Я еще раз говорю, одеваемся и покойный слайд. Вы покинули место. Не надо меня сопровождать. Я не покидал, потому что там его не было. Сами точно объяснение. По какой причине? Потому что поступило сообщение о том, что вы... Сколько человек? 5 человек. 5 человек. Посчитайте, сколько нас здесь. Я понимаю, что здесь больше. Вы думаете, что никто отсюда не ушел? Мне скрывать нечего. Я вообще не понимаю, что значит пойдем. Я как я могу пойти? Сопровождайте туда человека. Зашли непонятно куда, в помещение. Поступило сообщение о том, что
вы покинули несанкционированный митинг. Кто сообщал? Кто? И зашли все, кто находится в комнате в 507 офисе. Нас здесь много, вам сказали 5 человек. Нас здесь много. Ну и дальше что? На пятерых человек, то есть есть видеодоказательства о том, что они были на митинге. Видеодоказательства покажите. Пожалуйста, проедемте с нами, и там уже разберемся, понимаете? Кто был, кто не был. Максим, Максим Алексеевич. Скажите, у вас есть видеодоказательства? Есть видеодоказательства. Вы кто? Меня там не было. Оперуполномоченный. Оперуполномоченный. У вас есть видеодоказательства? Видеодоказательства не у меня. У кого? Нам поступило, еще раз говорю, сообщение о том, что... По какой причине вы меня задержали? Вот, например, вы меня сейчас задержали. По какой причине? Просто по подозрению, по подозрению того, что вы ушли... Вот если я пойду на улице, вы меня по подозрению там задержите, вы обязаны рассказать, по какому подозрению? Я же вам объясняю. Пожалуйста, подозрение о том, что вы ушли с несанкционированного митинга. Невозможно это сделать, ворвавшись в какое-то помещение. Поступило сообщение о том, что люди, которые ушли с несанкционированного митинга... Я тоже могу сообщить, что вы тоже были на этом митинге. К вам нужно заходить туда? Или что? Пожалуйста, одеваемся и поедем с нами. По какой причине? Я же только что причину вам объяснил. Нет, это не причина. Покажите, пожалуйста, видеодоказательства. Вы говорите, 5 человек, у вас есть видеодоказательства. Да? Посмотрите свои видеодоказательства. Вы меня там не увидите, потому что меня на митинге не было. Меня не интересуют эти митинги. Понимаете? Меня тоже не лично не было. Поэтому, почему я должен собирать... Я с другого города вообще. Да? Я сейчас соберусь и поеду с вами. Для чего? Потом выяснится, что меня там не было. А дальше что? Вам вы не извинения дальше, не предъявите, у меня ничего документы не предъявите. Все с собой, да, как бы я все это покажу. Ну, а дальше что? Я потрачу время, да, получается, на то, что вы говорите, у вас есть доказательства, вы их не предъявляете. Ну покажите доказательства. Ну я же говорю, что видео доказательства. Значит, надо с собой просто продавать. Не с собой. Мы подождем. Мы ждем здесь, пожалуйста, привозите видео доказательства. Я еще раз говорю, давайте... Невозможно это. Одеваемся и проедем с нами. Уголовно-процессуальный кодекс знаете? Да. Знаете? Читал. И там можно вот так вот врываться поступило и забирать кого угодно. Поступило сообщение о том, что в офисе 507 находятся люди, которые ушли с несогласованного митинга. Вот здесь наши лица. Какое конкретное лицо? 5 человек, понимаете? Вас здесь больше. Я вас прошу проехать с нами. По какой причине? Потому что поступило еще раз сообщение о том, что люди, находящиеся здесь... Вы нарушаете уголовно-процессуальный кодекс. Видеодоказательства есть на пятерых человек. Покажите! То есть мы, получается, подъедем, разберемся и все, и отпустим всех, кто ненавидел. Приведите! Привезите! Привезите, пожалуйста, видеодоказательства. Почему без доказательств это делаете? Я не понимаю ничего. То есть вы меня сейчас... У вас есть санкция прокурора или что? Обыск у вас. Что вы делаете да здесь? Вы же действительно действуете на что? Вы делаете противозаконные действия. На заявление звонка одного. Молодой человек? Я молодой человек? Молодой человек. Вам сколько лет? Уважаемые, наденьте, пожалуйста, куртку, на улице холодно. Пройдемте с нами. Вы не имеете права это делать. Где доказательства? Так, пожалуйста, на основании какого закона вы действуете? Скажите, пожалуйста. Основание закона какое? Поступило сообщение, я еще раз говорю. Основание закона какого? Лица, находящиеся в офисе 507, ушли ранее с несогласованного митинга. Назовите закон. У вас никакой бумаги даже нет. Называйте закон, пожалуйста. Вы действуете по какому-то... Скажите, какой закон у вас? Я же объясняю, поступило сообщение о том, что лица здесь находятся, которые ушли с несогласованного митинга. Номер закона, скажите! Если вам позвонят, скажут, что в соседнем офисе сидят там террористы или еще что-то, да, а на самом деле там никаких террористов не будет, тогда что? Я понимаю, что вам нужно проверить все. Конечно, мы приехали. Но да. Еще раз говорю, покажите номер бумагу, закона. Покажите, да, какое-то указание, приказ. Вот вы, что, вы, то, вы то, что вас, что подтверждает ваши закона. Действия, понимаете? Вы сейчас... Я же вам объясняю, есть видеодоказательства. Видеодоказательства вы должны с собой брать. Видеодоказательства. Лица здесь присутствующие были на митинге, так не согласованы. Здесь не присутствуют люди, которые были на митинге. Меня не интересует. Вот меня лично вообще не интересуют эти митинги. Ребята, понимаете? Основание закона какое? Пожалуйста, скажите, вы полиция или что? Номер закона скажите, по которому вы вот сейчас вот врываетесь и заставляете нас одеваться. Нету номера закона. Просто так приехали. Если бы это квартира была, вы также вошли бы
сказали, кто-то из вас был тут на митинге, и 5 человек арестовали бы, да? Ну, ребят, я не собираюсь нападать на него. Что вы закрыли? Я никого не собираюсь нападать, ни с кем не собираюсь нападать. По какой причине? По какой причине? Номер закона не можете назвать, ребята. Вы в полиции работаете. То есть вы сейчас хотите насилие? Номер закона, пожалуйста. Номер закона скажите. По какому вы меня просили? По какому? На основании чего? На основании того, закон какой? Да, я не буду сопротивляться. Успокойтесь. Я поднимусь, если вы мне скажете. Вы мне скажете. Я не буду сейчас вам называться, потому что я хочу называюсь, хочу не называюсь. А вот вы должны представиться. Вот вы кто? Я старший сержант России. Номер, пожалуйста, вашего жетона. Номер, пожалуйста, покажите. Номер покажите. Ну, что? Вот номер жетона. 004-297. Вы подозреваете в том, что вы ушли из места. А если вы не подтвердите это, тогда что? Если вы возмещение морального ущерба. Возмещение морального ущерба. Как? Еще раз, 004. Ну, выбирают. 297. Значит, моральный ущерб готов платить? Давайте. Значит, ваш, пожалуйста, жетон. К вам как я могу обращаться? Ну, я здесь. Пока никак. 004-109. Значит, пожалуйста, предъявите закон, по которому вы меня собираетесь задержать. Вам как до этого уполномоченный объяснил то, что вы подозреваетесь? А я не могу подозреваться просто так. Где доказательства того, что я там был? Вы, уважаемый, лицо покажите свое, пожалуйста. Лицо покажите. Мы не видим ваше лицо. Масочку снимите, будьте добры. Простите, на улице холодно, морозно. Но мы-то сейчас в офисе. Ну, сейчас нет, не холодно, не морозно, сейчас же тепло здесь. Оденьте, пожалуйста. Прошу вас, проедете с нами. Для чего? Для отдела полиции. Для чего? Для выяснения личности, кто вы есть. Так, подождите, вы же, я же вам представился. Так. Я тоже представлюсь, пожалуйста. Пожалуйста. Так. Что у вас тут происходит? Что? Так, можете пойти? Это Дмитрий Михайлович. Так, все? Дмитрий Михайлович. Расскажите, пожалуйста, почему вы пытаетесь хотите задержать? Что поступило сообщение. Что я там был? Ну, да. А если этого там не было, что вы будете делать? Моральный ущерб платить? Моральный ущерб? Я вам скажу, где я был 12 часов. Я могу прямо сейчас доказать. Хотите? Простите, ну вы же не представили мне доказательства. Нет, подождите, вы приехали, ворвались в какой-то офис. Приехали, чтобы проверить. Приехали. Так, ну, там я фигурировал или кто? Это нужно проверить. Нет, простите, сюда привезите, покажите. Вот вы здесь. Тогда я поеду. По какой причине-то вы меня. Вы закон не можете назвать. Ребята, вы что делаете-то? У вас даже закона нету, по которому вы собираетесь меня арестовать. Спрашиваю, какой закон, молчат. Придите в себя, ребята. Вы в полиции работаете. Вы не просто там какая-то там толпа, которая всех выхватывает. Вы же в полиции работаете. Закон скажите, по какому вы мне закону хотите туда забрать. Номер закона скажите. Молчат. Ребят, ну вы что? Ну так не делается. Ну постойте. Номер закона скажите. Посмотрим.
Да, я так посмотрю, сразу скажу. Да, я готов. Номер закона. Здесь митинга нет, я по улице ходил, но точно не знаю. Какой зимой? Я не знаю, где-то он будет. Где-то он был. 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 Где-то Я не могу вот так вот. Доказать просто я могу, что меня здесь я не должен, было, что меня там не выключить, было. У меня есть смс. У меня ключи есть от офиса, мне надо его сдать, охранить. Я если не выйду, то по самым последним. Потому что мне надо здесь все закрыть. Скажите, пожалуйста, как я могу к вам обращаться? Дмитрий. Дмитрий? Да. Дмитрий, в общем, мы сейчас поедем дальше. Мы сейчас ознакомимся с видеодоказательствами, кто присутствует на видео. Можете меня снять, посмотреть. Я уже всех заснял. Прекрасно. В общем, мы сейчас поедем, ознакомимся с доказательствами, посмотрим видео. Если здесь из здесь сидящих присутствующих будут на видео, то есть лица, попрошу вас записать мой телефон. Запишите мой телефон. Да, и для того, чтобы вы извинились. Мы приедем, мы вас заберем. И вот кто будет именно на видео? Хорошо. Если меня там нету, также вам предоставим видео. Если меня там нету, пожалуйста, позвоните мне. Диктуйте номер. 8-905-971-03-03-63. Позвоните мне, пожалуйста, и извинитесь. Дмитрий Михайлович. Дмитрий Михайлович. Угу. Если меня там нет. Окей? Договорились? Обязательно позвоните, извинитесь. Всего доброго. До свидания.